Помогут ли настолки справиться с детской гиперактивностью? Ну, конечно, многое зависит от родителей. Сами по себе настольные игры не способны изменить ребенка. Но это идеальный способ для того, чтобы, с одной стороны, привлечь внимание ребенка к какой-то задаче, чтобы он удерживал у себя правила задачи в голове. Это очень важное обстоятельство. Вот. И чтобы он находился в коммуникации. Если это происходит, то ребенок действительно способен тренировать свое внимание. А это психическая функция, которая тренируется. И это помогает детям преодолевать гиперактивность. Вот. Можно, конечно, с ребенком в шахматы играть. Понимаете? Но проблема состоит в том, что шахматы не каждого ребенка способны, так сказать, увлечь. А если настольная игра красочная, яркая, с интересными правилами, какими-то событиями на пути продвижения, то у ребенка формируется навык концентрации на задаче, от которого зависит его будущее. Это без всякого преувеличения.